Здорово, ребят, с вами Рейквид Энчигу. Всем привет. И сегодня мы с вами продолжаем проходить Castle Crashers. В прошлой серии мы уже прошли довольно-таки много. Мы уже прошли... Что мы прошли? Медузу мы убили. Теперь у нас полнолуние. Локация называется. Да, видимо, оборотни здесь нас ждут. Но, скорее всего, так и будет. Ведь полнолуние... С чем еще может ассоциироваться? Гребаные рыцари. Окей, ладно. Эта игра не действует по стереотипам. Уху. И это они мощные. Мне кажется, это опять будет переходный какой-то. Отпусти меня. Отпусти, отпусти. Ладно. Ухлол, это реально какая-то сложная локация. Смотрите, мне здесь... Мне кажется, здесь... Камни какие-то луны. Слушай, они какие-то темные рыцари, а некроман тоже вроде как темный. И отходи. Они живучие. Они реально и очень живучие. Может, магия подействует? Даю. Магия, кстати, после этого, вот как я взял это оружие, магия стала больше наносить. Правда, урона стало меньше на один. Но это не страшно. Блин. У меня стало теперь по 5, но все равно это ничего мне особо не дает, они меня изничтожают. Они особо не, невосприимчивы к магии, то есть я наношу им по 40 урона всего, по 41. Я им с руки наношу всего по 12. Ну... И он просто таранит, я не знаю, это очень... Почему этот валун не убивает их, я не понимаю. Good game. Это good game. Не поднимемся никогда. Надо какую-то тактику, может. Хорош. Этот сдох, парень. Да. Остались только два хилечка. Да, хилечки слабые. Самая большая проблема — это Халк и вот этот валун. Хотя, смотри, он тоже по 40. По 50 урона наносит. Нет, ну... Его когда бьешь, он хотя бы ничего сделать не может. А большой он невосприимчив особо к физическим атакам. Да. Я беру хил. Ладно, не буду брать. Ой, что он делал? А что делал, кстати, это? О, оглушает, что ли? Даже ступишься. По-моему, ничего особо не делает. Ладно, лучше не экспериментируй. Два урона от лука. Я не помню, лук как-нибудь можно будет улучшить? Ну, за счет агилити. А, ну тогда она не особо сильная, там максимум 20 урона будет дальней атакой. Ну да, это... Это что? Лучником здесь особо не поиграешь, я так... Наверное, нравится. У меня магия сейчас слишком слабая, надо надеяться на сильный урон, но как такового у меня его нет, к сожалению, сейчас. Ну посмотрим, вкачиваться буду, наверное, в атаку. Да нормально, достаточно. Смотри, ты их как бы можешь затанчить. Давай-ка. Можешь затанчить, защитить меня. О, еще что-то. Я хочу это оружие. Я хочу взять это оружие. Ухнул их там, чувак, я бы на твоем месте сваливал отсюда поскорей. О, у них, походу, атака на... Ой, точнее, на скорость атаки вот оружия. И у меня и на урон еще, тут, смотри, я им близко, ну, чуть больше стал. По 16, по 13 наношу. А дальше что? Насчет магии. Магия, не знаю, ты бьешь. А, магия ослабела, да, но... Да, вот это оружие больше, по-моему. Может, меньше защиты, но больше урона и атаки. Они из этой палатки еще выбегают. Я не знаю, что нам делать. Убивать их, что ли, всех? Давай зафармим опыта, 20 уровень, у тебя 19, будет все нормально. Да, вот такой меч, я вот всегда мечтал такой меч. Быстрая скорость и более-менее нормальная атака. Защиту я потом акцентирую внимание в качке навыка. Что-то они как на меня все сагрились, ну ладно, у меня вот больше жизни пока что. Хотя ты скоро меня догонишь, поэтому... Жесть, живучие твари все же. Да, ну, у нас, по крайней мере, по-моему, черти нам больше сносили жизни, да и вообще не, все. Ну, черти сносили фаерболами. То есть, давай наверх поднимемся. А нам туда и не надо. Нам нужно как раз наверх. Точно, а что там можно было пройти? О, деньги. Там нельзя пройти, там просто как бы так. Просто... Бери то, что отсюда выпить, может, как мясо. Банан, возьми. Нормально. Да, ну 40 хп тоже хорошо. Желтенькому желтенький банан. Ух ты, это какие-то чучмеки. 20. Ой, 20 уровень, нормально. Так, я, пожалуйста, стану чуть подальше. Ох, ну. Они зато замораживают, смотри, моя магия стала действовать. Кого-то хоть могу заморозить. Теперь от меня больше пользы стало, конечно же. Но все-таки. Если бы не супер мощная магия, мы бы уже срали давно.
Вот сейчас мне уже больше нравится играть, хотя сложнее, конечно, но, по крайней мере, не так лайтово, как было до этого. То есть мы, наверное, очень сильно вкачались на этих чертях. Ну, мы подняли максимум там 2 левела. Ну, не 2 левела, на самом деле, левела 3-4, да. Если считать еще нашу первую серию, или какую там, вторую, не помню. Вторую. После этого потом чуть-чуть подняли, на один уровень, по-моему, больше взяли. Да, и... возможно. Да. Хорошо, что валунов больше нет. О, стоп. Чё-то да, кстати. Как-то странно, хотя нет. Я думал, сейчас покатится. Да. Странно, кстати, что эти ребята ледяные и замораживаются. Ну, после этого посмотрим, что это за меч. Но, в принципе, я понимаю, что он прибавляет там чуть-чуть урона, чуть-чуть скорости. Защита может быть возможна, но надо посмотреть все равно. Может. Рокс так. 1 метр. Все, я Бррр. Тут. О, сам. Бррр. Подожди, щит возьми на всякий случай. Оу. Не, нормас. А, жаль. Ледяная локация. Это твой дом, братан. Ага. Дзеров, ребят, пусти нас, окей. Never mind. Снежки, что ли? Не, это нехорошо, ребят. Так, со своим братаном. Я выходец из этого биома. Вспомни, как меня мои пришельцы мочили. Так да, что... это пожестче твоих пришельцев, они да. Не со мной такие убивают. Ну, мои пришельцы, они как бы поддавались нам, они такие видят, что типа, ох, наш друган, давайте ему подадимся, дадим пройти этот левел. Не, у меня такие, о, наш друг. Ну, давайте его замочим, смотри, там все это выпало. Да. Это диадему возьми, там 40-20. А, окей. Ну, самое главное, что улитка восстанавливает, как вот защиту, то, что вот мне не хватает, она дает. Ну, скорость может меньше, но не особо заметно. Крит? Это что было? Где, у тебя? Какой-то крит, удар критический. Интересно. Ох, лол. На самом деле, мне кажется, здесь есть какие-то комбо, такие атаки, которые мы еще не знаем. Ну да, так и есть. Мы просто юзаем обычные атаки, но... Сколько у меня, интересно, жизней? 4, нормально. Смотри, Д, Д и потом Б нажимаешь. Сейчас. Д, Д и Б? О, Д, Д и W. Видишь? Он головой бьет. А у меня не бьет. Смотри, у тебя бил. Д, Д и Б. Д, Д и Б. Видишь? Ничего не происходит, забей. Тем более мне эта атака не нужна, я же не воин, я маг. Блин, у меня теперь ускорения нет. Обидно, ладно. Ничего себе, он, кстати, нормально так бьет. Смотри, осторожнее, у тебя одна хилка всего осталась. Я вышел. Хорошо, что твои атаки меня не бьют, так что нормально. Все, я понял, как нормально бить. Это комбо очень хорошее на самом-то деле. Нас стреляют снежками, я только сейчас это понял. Ну, снежки это тебе не огненные атаки, так что это более-менее... По 16 урон наносит. Погнали. Огненные атаки больше, мы его не убили. Моя магия все ниже и ниже. Меньше и меньше наносит урона. Не, ребят, сорян. А тут обычный щит вообще просто легко. Защитит нас от этих снежков. Чё-то я его запинал об стену, ты посмотри. Вот, крит был. Видал? Угу. Я так не понимаю, сколько вот что больше урон наносит. 15. Да, чувак, вот когда я тебя бью, надо быть... Зараза. Меня, да, он. Раз, два, три, 15, 18. Ага. Все равно ничего не понял, сколько должен урон наносить. Сейчас, да, я его убью. Да, давай. Ты вообще задом наперед бьешь. Да, вот эта атака лучше наносит больше урона и сама по себе сильнее. Если сравнивать общую сумму атаки, все, добиваем его. Он мертв. Сундук золота быстрее. Бери. Но все равно сейчас вот той вот скорости, вот ускорения нет, все равно было больше скорости. О, еще 3 башни, окей. Вот так. В осаду, да. Ребята, в осаду. Интересно, кто босс от него? Оборотни прошли, ну, хотя даже оборотни так как таковых не было. Да.
Лопата постоянно хочет что-то копать. Вместо того, чтобы сражаться, я начинаю копать перед противником. Сорок урона с лука, да ладно, если бы я столько наносил, я бы только луком и пользовался. Лук, он медленный. Он еще медленнее, чем мои фаерболы. Вообще-то иногда бывает, что-то залагивает. У тебя тоже или только у меня? Ну да, бывает. Не знаю, может быть это из-за фрапса, хотя вроде я записываю 60 FPS и не должно. Проседаний нет особо. Ну да, это очень редко бывает. Полагивание серьезно никак не влияет на игру. Еще одна башня пала, вот так вот. Ваше королевство теперь в нашей власти, ребят, да? Вот, взял курок назад, и я его заморозил, бедный парниша. Все, мы победить. Да ладно, ребята, я понимаю, что у нас одинаковые корни, вы супер мощные, такие же, как и я, но... Одна башенька такая стоит. Походу, сам главную защиту. Я просто изгой. А вот этот парень получил по заслугам. Ой, я так и копать начал. Удал. Ох, мы победили, ура его. О, это мне. У тебя так. Был хил. Что же у нас, босс здесь ждет? А, кстати, по идее, здесь должна быть ледяная принцесса, по-моему. Или мы ее еще не брали? Ой, или мы ее уже брали? Что за ледяная принцесса? Принцесса? Ну... Мы двух принцесс спасли. Какая-то там синяя принцесса была, я помню. А, да. О, ты апнул уровень 19, смотри. Ты меня уже постепенно начал догонять, кстати. Вообще-то ты почти уже на 2 левела меня перегоняешь. А, точно. Значит, не догоняешь. О, ой, милый тюлень! Нет! Не! О! Тюлень, сфоткай меня, типа я с круг тюленя. На, давай их убьем. О, тут пингвинчик даже есть! Да. Я поставлю себе на аватар. А, только где? Смотри, милый тюлень похож на какого-то жирового. Он просто распластал свой жир и туда-сюда ползает по льдине. Давай сфотографируем тюлени и пингвина и сделаем, ну, как обычно, вот, ну, вырежем его, сделаем, как обычно, составочки можно будет его увеличивать и вставлять. Обычную серию можно сделать, там, Королевство Снега, вот, смотри, смотри, вот пингвин. На потом из видео можно вырезать. А, ну, как знаешь. Ой, я всех сладостей съел. А, я смотрю, что-то жизни мне не прибавляется. Тут гор нужен, наверх гор нужен, стой. Да? Ага. Да. Давай, теперь ты, твоя очередь, ты же еще не использовал гор. А, вот здесь, видимо. Ух ты. Смотри, что за окно. Ты уверен, что... Ладно. Ой. Ой. Парень, ладно. Давай... Ты пока иди туда. И давай только быстрее, плиз. Ой. Вот это... провисание. Вот. Ну, все. О, смотри, мясцо. О, что? Откуда у меня какой-то медведь? Ты, блин, тут какое-то оружие мясо, Дим, возьми, если хочешь. Но нет. Я пока с этим. У меня, я не могу брать оружие, у меня вообще медведь какой-то появился, ты посмотри. А, да, я вижу. Интересно, чем прибавляет? Теперь потом посмотрим, что и оружие дает. Вот это, которое у меня сейчас в руках, и мясное. Пошли. Босс скоро, я так понял. Да. Я так полагаю, да, ледяной король. Налево пошли. Что это такое вообще, ладно. Блин, тут очень узкая улица. Ты, босс, каждый день. О, походу надо щит, супер прыжок. Щит, щит. А, да. ГГ. Нет! Давай. Рано. Ой. Я обманул тебя тогда. А, это обманка была. Сори, парни, но мы уже пришли к вам. Да, уже не получится стрелять из нас. В нас. Из своих луков, уроды.
Блин, меня как-то контузит. Блин, когда я не могу их убить, мне как-то кажется, что у меня слишком слабый урон, и меня это расстраивает. Блин, тут что они все убегают? Где твой друг этот, инопланетянин? О, а, да. Сиска. Это мне. Синяя. А потом... Окей, синяя, как раз у тебя. 19 урона, о, ты слабый парень. Смотри, он ржет над тобой. Давай его изобьем. Ой, куда это? Ёпрасота. Крит 92, ты видел это откуда? Ты сделал? Не знаю. Так я не могу по нему попасть из-за этого льда дебильного. Нормально, наношу урон. Ты же им же только наносишь. Не, я с руки по сравнению с другими нормально наношу. Твою мать. Зараза, из всех моих, от всех моих атак убежал. Ох. Не, что-то ты ни о чем. Какой-то ледяной король, я был о тебе лучшего мнения. Что ты ржешь над нами, сейчас ты сгоришь, как тварь. Последняя. О, смотри, потрескался лед. А нет, это он призвал свои шипы. Вдруг этот медведь тебе маги дает. Это архи. О, новая атака какая-то, да? Но у него, походу, уже фаза есть. Это все более и более сложные боссы. Я уже почти пол хп у него нет. Так что нормально. Еще аптечка есть, так что все нормально. Да, да, есть аптечка. О, не новая атака. А, нет, не новая, ну ладно. Он просто сначала направо, потом налево. То есть это его легко предсказать, но все равно. Ох, тварь. Ой, ап. Левел ап. Вот когда ты попадаешь в него, просто ты ему столько урона сносишь. А-а-а. Антон, вот что ж они такие жирные. Вот я понимаю, они бы сносили дофига урона, но были, ну, конечно, в какой-то смысле интересно, но... Крит, 76 урона был. Ух, лол. Слушай, жирный. Он начал последнюю предсмертную фазу. Он тебя это не спасает, чувак. А, чё, ржёшь, да, дальше? Он леденеет, медуза за это... О! Наконец-то сундук, так давно его не было, слава да. богам. Денежки, денежки, денежки. Почему в одном месте? Ну! Оп, успел. Да давай, разрезай цу. Ура. Ладно, по-дружески я даю тебе эту принцессу. Ура, спасибо, брат. Ледяная принцесса будет моей. Твою. В прошлые разы в нашей битве было проще. Давай. Ну? О, да. Я нашел свою королеву. А вам Никершу мы уже спасали. А я не помню, кстати, уже. Мы спасли ее. Давненько это прошло. Нормально, так опыта мы с тобой взяли. 8-8-8 у тебя. Ух ты, 3-8. Новая арена, ну? Я повысился? Да, я повысился. Повысился, я тоже повысился. О, даже 3? Откуда у меня 3? Подожди, что? У меня 3. 2 левела? Ты апнул 2 левела? Ты крут. Не, я, видишь, я только 2 вкачал, и тут 1. А, ты, видимо, на прошлый раз не вкачал. Разве все, это последний, что ли, уровень? Не-не-не-не-не, ты чё? Давай посмотрим на новое оружие сейчас. Ничего, что я вернулся, да? Ты же не против? Да, да, окей. Давай посмотрим. Мясное оружие. И вот этого малыша посмотрим, что он дает. Нужно посмотреть обязательно. А, минус к магии, но смотри, плюс к атаке я не вижу за ником. Плюс 1 и плюс 3 к защите, да, это тот? Ага. То оружие? Да, вроде он. По-моему, с какой уровень? 15, да, это оно. А, в принципе, что, на защиту меньше, нет, столько же магии. И ловкость не уменьшает, нормально. Мне нравится это оружие, пошли посмотрим мясное. Вот мясное. О, мясное. Плюс 4 к атаке, плюс 4... Подожди. 4 сил, но он магию понижает. 4. Ну, я магией не пользуюсь, просто смотри. А, у довольно-таки меня... мощный. Прибавки не будет к
силе. Быстрый и сильный. Да. У меня... А, я понял. У меня меньше щит становится. То есть защита да, меньше. Да. То есть, вот, смотри. Ой, это не тот. Вот этот. Вот он. Плюс 3 защиты. Плюс один к силе. Смотри, плюс... он еще что-то дает, кстати говоря. Какой-то крит, что ли, или что это? А, это против, наверное, мертвецов, что ли, урон? Не-не-не, это какой-то, не знаю. Вообще странно. Ну ладно, пошли. Еда. Ладно, давай с этим буду, да? Давай, защиты не хватает, но урона как раз-таки мне его не хватает. Буду с мясцом ходить. Что дает этот маленький малыш? Биполар Бэр, Маус, Энимис, Энфрэнс. Чего? Маус, Энимис. Возрождает, что ли? Походу, да. В смысле, если я умру? Подожди. Который рядом со смертью. Ну, походу, он, да, как бы поднимает тебя. Ладно. Не особо полезно, поэтому я, пожалуй, возьму своего барана, который таранит врагов, он мне хотя бы. Да, возьми. Я хочу летучую мышь. ХП тоже восстанавливаю. А, кстати, что это за... А, с это выкинуть. Ну да, пошли, продолжим. Давай пойдем эти, как они называются, хилочки купим, а то у нас уже мало их. Так куда ты пошел-то покупать? А, тут магазин есть? По идее, да, вот он. А, нет, вон деревня, вон она. Ух, лол, смотри. Тут в каждой же деревне есть, как мы могли забыть это? Так, я себе хилочки купил вроде, да? Попробуй тестировать. Я тоже купил. Плюс 4, плюс 2. Ну не... Да, не. А это? Ого! 5, вот это вот, это улучшенная версия мяса. Хаски! Puzzle helps. Чего он делает? You find... А, какие-то сокровища зарытые. Блин, вот этот крутой, это еще круче, чем у меня, по-моему. Да. Да, круче. На два силы больше прибавляет. Ну блин, я не могу, я не знаю, если ты купишь... Не, вот твой, по-моему, 4 силы дает. Или да? 3. Но он чуть ладно. Получше, по-моему. Ну посмотрим. Ладно, это страшно, забей. Может еще выпадет. Потом купим уже. Кстати, а что тут-то? Wizard Castle Takeoff. А, это, наверное, тот... Подожди, это странно, кстати. Куда нам дальше идти? Это, надеюсь, не последний левел? Нет, я видел там дальше проход. Да? Wizard, наверное, это тот кастл того... Помнишь, кто скелетов возвратил? О, стой. Даже не попробовал сломать алмаз. Колодец какой-то. Ну, пошли. О, тут сразу босс. О, это что за... Что последняя принцесса. За... Да, свидос. Нет, ну я видел, что путь еще есть один кое-куда. Хотя, может, это... Возможно, это последний босс, но как путь я еще точно помню один. Мне кажется, здесь... О, да. Небеса? Окей, мне это нравится. Что-то новенькое. Ха-ха. Ой. Эти валуны наносят. А тут можно вниз нажать, чтобы на максимум, как минимум, ниже. Здесь они снизу не полезут. Ой, елки-палки. Привет, ребят, мы уже тут, да? Здорово. Да, все. А они уже свалили, вот они, твари. Ничего, мы идем в пещеру. Да, давай. Мне кажется, тут по боссу будет, знаешь, как комната там с боссом. Возможно. Ух, лол, вот щит, это у них. Мечи у них, наверное, офигенные будут, я уверен. Вот это да. И я наношу им по 20 урона, слава богам. Наконец-то я стал наносить хотя бы хороший урон. А знаешь, чего я тебе могу сказать? Я им нихера не наношу. Я им наношу по одному урону. Магия и на них не действует, Дим. Подожди. Я тоже наношу по одному. Ну-ка, а бластер? Бластер нормально, вот бластер. Ну, потому что это твое оружие. Все, нормально, оружие. Они восприимчивы. Походу тут есть, как они восприимчивы к не магии, так и к магии. Ой, смотри, меч. А как взять? Никак, это просто текстура. Декорация? А. Ладно, ну они с руки тоже нехило так нажимаешь. Но так как они не восприимчивы к магии, они тоже магию, я так понял, не знаю. Ого, паровой какой-то двигатель. Знают, да, знают паровые. Мясом так голову отрубай, отлично. Че, наверх нельзя? Нет? Ну ладно. Стойка, а это нельзя разрушить? Нет, окей. Странное какое-то место, да. Конечно, эта магия их не мог. О, это какой-то аналог скелетов. Это чертей аналог, я бы сказал. Ну да, чертей. Я путаю их все время. Потому что, блин, они охренеть, как магией своей сильной дамажат, и я еще как меньше. Раз по ним не могу дамажить своей магией. Просто имба урода. Давай, чувак. Здесь будет сложно, если троих боссов, четверых боссов надо убивать. Хотя мне кажется, это не. Мне близко, окей. Ой.
забыл. А мы хилочки купили, тогда все нормально. Угу. Давайте музыка орку. Музыка сменилась. Видимо, он... здесь что-то. Стой. Давай на левый, в самый левый портал. Нельзя. Подожди, сначала, вот видишь? А, точно. По боссу будет, скажем. Пейнтер, сначала, походу, этот рисовальщик. Да. О. Привет. Здорово, парниш. О, вот. Он рисует. Пупниша, пуняшки. Ой. Такая, такой музончик. Черт, да он живущий будет, парень. Это очень будет сложно. Надо бить его, быстрей. Клоун. Такая музычка тут. Жесть. Главное уклоняться от этого. Это что еще за чупакабра? Ладно, я думаю, одну хилку можно исправить на этого босса, но на остальных уже так тратиться нельзя. Без твоего я вообще ничего не наношу. Нет, ты наносишь. Кошак ссаный. Он меня просто ваншот. О, урод, давай, умри. Блин, ладно, у меня больше защиты, так что... Отходи. А, эти штуки как бомбы, то есть... Я ходячие. Понял. Ухо, слона призвал, хороший, ребят. Улитка какая. Делать. Может, убей, стреляй пока в него. Идут. Ай, меня заруинили. Коняша, поняша, я стреляю ледяными штуками, но ничего, она бессмертна. Жесть, реально, она какая-то хардовая. Сколько у них хп, блин? Она круче босса, толстушка. О, ей походу надо один раз тыкнуть просто так. В этот раз ты умрёшь, тварь. Ох, сразу минус 77. Сейчас я ударю один раз. Окей. Твою. Ударил. Хорош. Ладно. У меня больше защиты, пусть на меня отвлекается. О, он начал бить. О, нет, только не говорите, что эти мобы со всех сторон теперь пойдут. Плиз. Это ой, жесть. А, это легко, Дим, смотри. Я просто бью, они ко мне даже подойти не могут. Смотри. Твою. Потому что они теперь как бомбы ходячие. Просто они нас не атакуют. Я буду защищать тебя. Салют. Мне кажется, как будто он говорит салют. Он говорит fire. Ой. Все, ура, победили его. О. Печ. Порог единорога. По-моему, имба, да? Ладно, я сделал большую ошибку, наверное, но... Ради просто прикола. Не показалось, что это очень крутое. А? Ради прикола можно поменять. Такие анимационные картиночки тут. Сколько тебе можно золота? Ты всегда был богаче меня. Забрал столько золота. О, черви, фу, быстрее. Что, наверх? Следующий босс? А, нет, не все так просто. О, давай ломать. Может, что-нибудь выпадет. Ломается вроде, да? Да. Даже не поняли, что нужно, мы сразу начали ломать. И что мы сделали? Подожди. А, мы открыли портал следующий, проход точнее. Шли. Ясно. О, это циклоп, орк. Циклоп. А, ну циклоп, да. Нам предстоит победить трех боссов, это, блин, хардкор эдишн просто. Терминатор возвращения, давай. Здоров. Он с гробом, как терминатор в третьем терминаторе в натуре. Сейчас стрелять еще оттуда будет, походу. Ух ты! Ух, лол, чувак! Я даже не знаю, что с ним делать. По-моему, это потный парень. О!
черми. Зомби? Мелодичные. На него вообще не действует атака. Отходи нахрен от него. Что делать с ним? Может его сморозить? Я не знаю. А! Не-не-не-не-не, чувак, все, все, все. Надо просто надо ждать. Зараза. Не, ну по одной хилке на боссу можно, но все равно они как-то каждый раз и все. Я думаю, последний босс будет сложнее. Ну он попроще немного на самом деле, чем рисовальщик. Ну, да. Хотя рисовальщик тоже довольно-таки простой был, мы просто не понимали, что делать надо. Можно покопать. Тварь. Почему ты на меня зациклен? Да все, иди уже в гроб обратно, чувак. Все, подожди. Я должен скопать. Меч! Я взял дубину. Черт, отдай мой рог. Ой, рог единорогу плюс 6 к магии прибавляет, Дим. Возьми его быстрей. Я не могу брать оружие. Этот плюс 2 к щит. Блин, я поменял на такое дерьмо, Дим. Это плюс... Ну, дубина хотя бы плюс 2 к скорости, плюс 2 к защите. Но мой урон стал меньше. Понимаешь, что она делает? Ладно, зато я выкопал новое оружие. Это тоже круто. А туда можно идти? Пока нельзя, я думаю. Осторожнее, у тебя мало хп. А своего бьет. Че, давай убьем. Отходи вниз просто, когда он такую атаку делает. Понимаешь? И бить в спину. О боже, как он дал. Ну, последний раз мы его убьем сейчас. Не думаю. Мне кажется, еще на один разок хватит. Не, я постараюсь в этот раз нормального побить. Своего давит. Он, кстати, увеличил прыжок. Да, увеличил скорость. Бей его в спину, пока я его отвлекал. Хорош, все, ГГ. Ага, да, твой парень сдох. Он за ним. Такой маленький зомби. Давай забирай золото, теперь ты, я думаю, тебе оно будет важнее. Ну, вот. Оружие только, если... Я тоже чуть-чуть нет. Возьму. Да бери, бери. Что оно может исчезнуть? Бери, остановишь? Да, давай, бери, бери. Все, пошли. Давай хоть чуть-чуть дальше пройдем, вот этот это алмаз, может что дальше есть, что-нибудь интересное там. Лут какой взгляд. Нет. А, ничего. Блин, этот алмаз, его так долго рубить. Не, ну я хочу вернуть свою саблю, я потерял просто. Ну нет, две защиты, две скорости это нормально, но все-таки у меня было лучше на самом да, деле. Да, у тебя был сильнее. Ну ничего, как бы. Кто не рискует, тот не... Пьешь шампанское. Ага. Я так понял, даже не обязательно все ломать, главное центральный сломать и все. Но сейчас я как понял, будет некромантиус. А потом уже главный босс. Некромантик? Привет, да. Дружок, мы идем к тебе. Ух ты, сколько ты... Ой, медведь, тихо, смотри. О, парень, о, здоров. Урод, а. Блин. Ты знаешь, что это делать? Здесь надо убивать их просто. О, здесь все замешаны. Не, ну здесь мы световые мечи, но они, по-моему, такой же силы, как и обычно. Черт, я не понимаю, где я нахожусь. Я тоже. Что же делать-то? А нельзя прыгнуть ему там кошку прям стегнуть? А, яблочки выпадают. Да. Здесь можно выхилиться нормально. Ой, вишенку возьму. Вон, я возьму яблочко. Ой, зараза. Они... Ты гонишь? Нет, меня взяли. Ты музычку послушай только. Какая эпичная. Халк. Ура, тебя пойдут нагибать. Чё-то вас многовато тут, ребят, я бы сказал. Заразы. Я Халк чуть-чуть понагибал нормально. Если хотя бы жизни, хоть как-то спасает, но не особо.
меня еще 2 хилки. Одна. А у меня 3. У меня 2. Ладно, я думаю, сейчас он выйдет к нам на битву. Может, если с него какой-нибудь. Бери, оружие. Бери вишенку. Сейчас. А где я? Вот он вышел. Слушай, да ты как обычный какой-то моб. Я могу заморозить. А вдруг он потом встает, опять улетает или еще что-то. Блин, это было бы плохо. Ну, но у него очень много жизней. Да, этот босс уже явно сложней. Возможно, я не знаю, пока что не особо сложности, прям такой супер. Ну, посмотри, он отнял у нас больше всех хилок. Ну, пока что нет, он отнял у меня 1 хилку. С учетом того, что у меня было... Ну, обычная жизнь, так что пока что как обычный босс, но мы ему только по хп снесли. Да. А попробуй к нему супер прыжком, или супер прыжок урон не наносит. Нет, суперпрыжок особо ничего не делает. Все-таки кажется, он сейчас на половине жизни опять начнет новая фаза. Очень надеюсь, что он этого делать не будет. Я думаю, для разнообразия разработчики должны сделать что-то такое. Что он бы был такой более-менее легкий. Хотя, может, они и сделали типа некромант. Пооживлял, мана закончилась, он фигней стал. Не, ну в любом случае, мне какие-то кажется, руки это последний уровень, потому что, ну, тут же очень много уровней, там до скольки, до 100, наверное, даже, да, и тут, ну, 35, ну, так, точно тут есть. Тут суть в том, что можно переигрывать игру за этих же персонажей. Я понял, но смысл, если уже не сложно, то есть, например, ты апнул, допустим, 25-й, ты уже очень легко пройдешь. Ну пройдешь, да. Ты убежишь очень легко. А может, там открывается какая-то новая игра плюс, типа того. А, вот это было бы круто, если более сложные соперники, было бы интересно. Ну вообще, по идее, это последний босс должен быть, вот следующий. И последняя принцесса. Я понял, но я видел там чуть-чуть путь, либо мне показалось, либо я уверен, что я видел путь, чуть-чуть есть еще один налево. А, я думаю, его видел уже. Я тоже так думал. Да, чувак, после потери своих крыльев ты не очень. Что? Там что-то выбыло оружие, быстрей! Сейчас. Какая-то сабля. Ща. Смотри. 7 защиты дает. Ладно, 7 защиты нормально. 7, блин, защиты, ни хрена себе. Понятно теперь, почему он такой живучий был. Ну теперь у меня 7 защиты. Давай сломаем одну вот эту и все. Я пока пробегусь. Ну, здесь копать вряд ли, конечно. Либо он стал жирнее, либо ты слабее стал бить. Как магией, долго бить. А, ну ладно. Ну сейчас мы опять откроем последний босс. Все, мы сломали, и чего? И все, в комнату обратно. Теперь нас ждет последний волшебник. Да. Надеюсь, он не супер имбай, нам не придется из него переигрывать. О, да. Чем, будем здесь сражаться, что ли, против него? Нет, мы идем в его логово прямиком. В его башню. Здесь нагиб. Оу, кристалл. Который он своровал. Ох, лол, мне это уже не нравится. Ажи, ты знаешь, как его убивать? Нет. Видимо, эти кристаллы бить? Да. Один сломан, быстрей. Это серьезно? Подожди, я не думаю, что это весь босс. Ну, мне тоже так не кажется. Это было бы слишком как-то легко. Последний. Папам! 20 лево.
О, все, вторая фаза, наверное. Да, вторая фаза. Он, может, у него три фазы? А, да, три фазы, как раз броня у него. Сейчас мы броню сломаем. Я не могу его бить, Дим. Он меня, ну, рукой бью, электролизует. Окей. Так что, это твоя фаза. Я могу, конечно, его чуть-чуть побить. Он слишком быстрый, я в него не попадаю по своим атакам. Сразу. Он отразил, что ли? Да, он отражает атаки. Вблизи его вообще бить нельзя. Ну, я и говорю. Я просто не могу даже скастовать на него магию. Нормально. Просто не попадаю по нему, моя магия. Ах, задолбал он своими теневыми болтами. Да блин, он начинает стрелять из лука, я не хочу сниматься. О, последняя фаза. Что это за шаровой? Блюдок. Он походу... Это походу моя фаза уже больше. Видимо, да. Да ё, я просто... У меня что-то... Не, конечно, он не подлагивает, но я как-то не очень с этим. Хотя, вроде, ты тоже можешь прыгать. А, вот этот довольно-таки сильный атак. Вот, о, шарик, я не понимаю, как в него попасть. Он по одной траектории ходит. Да, по орбите. О, вот. Окей. У тебя все равно урон больше, чем у меня, ну ладно. Но ты быстрее намного наносишь этот урон. Если я попадаю на орбиту, он просто вот, смотри, я... Какая это, по-моему, самый легкий из всех боссов, мы даже ни одну хилку на него не потратили. Ну, то есть, ну, как бы, у него долгая фаза, конечно, да? Но... Ну да. Конечно, нет, я чувствую, что мы истратим, например, я истрачу хилку, я уверен. Может, еще сейчас что-то будет? Блин, он что-то быстрее начал бить. Хорош! Все? Ну что, друган? Не. А? О, нет. Все? Все. Что, серьезно? Реально. О, охрена с два. Это четвертая фаза. Ой, фу. Вот это уже выглядит... Это уже похоже на босса. Мерзковато, да. У меня защита большая, так что... Парень, ты чё на моего братана? Охренеть, какой он мощный. Как его бить-то? Ух ты, ёж. Попробуй магию в него зафигарить. Он меня я зажал. Я могу. А, нет, я его ношу урон, но очень маленький. Окей. Да, здесь нужно... Ох, черт, у меня всего две хилки осталось. У меня тоже. Даже одна, наверное. Да, две. Не, ну у меня этот... Я не понимаю, почему я не могу по прямой траектории стрелять. А, ты забыл, эти ребята тебе невосприимчивы. Что за бред? А, не, вот, я не ту, блин, атаку делал. Зараза. Затаскиваю, короче, на этом мече, потому что он не очень сильно защиту увеличивает. Видишь, он меня бьет, но не очень много, но я не могу вылезти. Если бы не эти живучие ребята, мы бы давно уже победили. Я вообще по нему попасть лично не могу, я не знаю, как ты. Я попадал пару раз, 22 урона носил, но это не особо... дало какие-то плоды. Слушай, он вызывает их заново. Да? О, я одному голову отрубил. Я даже не знаю, серьезно, как его убивать. Это очень сложно для меня. Ладно. О, я ему много урон, кстати, наношу, Дим. Если ты бы отвлекал этих мобов, я бы его... Давай. Но он просто очень... Он пьет вот одним и той же атакой просто, понимаешь? Неудобно. Он как... Какой-то нубасил, знаешь, одной атакой бьет и думает, все, о, я мастер-нагибатор. 2-2-8 и все. Раз когда он по орбите летал, это еще понятная траектория была. Да, сейчас он очень высоко летает, я до него просто не достаю. Зараза какая-то просто. Да выпрыгни ты отсюда, мать твою. Он очень высоко, я даже... Не, здесь надо с двойным прыжком, походу, иногда убивать. Видишь, я вот на него еще бить. И все, он взлетает сразу. И он откидывает сразу тварина.
Давай, я на тебя надеюсь, Денис, что ты сделаешь это, потому что я вообще почти в этой битве серьезно ничего не могу сделать. Не, ну начни. Вот если он одной атакой начинает бить, то все, это GG, я просто вылетаю. А он на меня сейчас сагрится. Когда он так делает, это. Опа, ты че тварь? Ну пол хп у него уже снесено. Но... Может быть, Халка попробую включить? Не. Мне не всегда получается его бить, но все-таки, я думаю, мне хватит его убить. А чтобы он на тебя отвлекся просто и все. Угу. Я постараюсь сейчас сделать. Давай. Он плетет, когда он плетет, его можно еще побить. Но я не на того напал. Он сраный краб-паукан. Давай. Сейчас вот я стреляю. Встать. Сраный имба. Не, ну он не так много наносит урон, но все равно вот это на ДД, когда ты одной и той же атакой пьешь постоянно, урод. Умри. Умри, 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 умри. О, ура. Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Только я теперь до него допрыгнуть не могу. О. Воу. Будем надеяться, что это последняя его фаза. Тридцать пять урона, да! Это последняя фаза, мы победили этого паука. Фух, это было сложно. Что? Конечно, это ни хрена, не последняя, блин, фаза. Это четвёртая. Да не может быть больше пяти фаз, это пятая уже. Надеюсь, что сейчас он реально сдохнет. У меня одна хилка осталась. У меня тоже. Не, я думаю, на этот раз будет фаза, да если будет, то ты будешь с магией там просто разнесешь его. Ё. Еще чуть-чуть шариков. Для бога шариков. Не, это тоже довольно-таки сложная часть, в него попасть надо еще. Угу. Ну у него же лоха, да. Да давай ты, подыхай. Ладно. Тварь. Да хорош. Все. Все. А. Фух. На этот раз все, надеюсь на это. Пьем его пока. Нет! Нет! Шестая фаза, ё-моё! Это просто самая эпичная битва. Ублюдок. А, давай, убей его. Стой, стой. У-ху-ху-ху-ху. Нет, тут магия бьет его. Я хочу его меч, кстати. Да ты быстрый слишком. А я могу его заморозить? Зараза. О, ни хрена себе! Люк, сраный Скайуокер. Это магистр Йода отдыхает. Надо попасть просто к нему, когда ты наносишь ему супер урон. Эпичная битва. Несложная. Вот это его атака реально мощна. О, нет, вот это херня. Зараза, я не попадаю по нему, да. Ладно, здесь-то мы должны оба в дело вступить. Давай. Давай, ты его почти победил. На! Traditional.
Все, ачивку получили, это значит ГГ. Ты взял этот меч. Он прибавляет 2 ко всему. Хороший меч. Да. Меч медведа. О, да. Все принцесски мальчики. Что за... Нет, у тебя есть, по-моему, 2. 1. Ох, несправедливость какая. Ну ладно. В общем, там, по идее, получается, мы прошли игру, мы прошли Castle Crashers. Это заняло... 4 серии. 4 серии, да. В общем, как мы и обещались, Денчигу, мы возобновили прохождение и сделали это. Теперь нам будут показываться все локации и, видимо, титры. Это было забавно. А может, нам кто-нибудь с новых персонажей откроется? Я тоже так думаю. И мне кажется, я уверен на том, что там был еще один путь. Ему... Надо будет посмотреть потом. Может, там арена какая-то откроется или что-то типа это. Ну, возможно. То есть мы теперь будем лететь обратно к королю. Да. Ну а почему принцесска фиолетоволосая самая топовая была в конце? Ну ладно, она мне нравится тоже. Больше, подожди, чем ледяная. Смотри, сколько это прикол. У нее не видно лица никогда. А-а-а. Я хочу досмотреть, я хочу досмотреть. Мне уже страшно. Да, она твоя, держи ее себе. Не, ну смотри, красную я себе забрал. Ледяную тоже. Ты взял себе девочку-негра. Хотя девочку-негра я тоже себе забрал. Да ты задолбал, у тебя там гарем уже. Да. Нет, ну... Ты побеждал в некоторых битвах, когда мы с тобой перепроходили пару старых миссий. По-моему, ты две принцесски тогда забрал. Через медведов, через все луга, поля, пещеры, грёбаные земли. Так медведов такой грустненький Мишка. Гроб. А, это того, которого мы убили, помнишь? Да, да, да. Они грустят теперь. Это кот. Как тот кот водяной. А, это кот водяной был. О, это то чудовище, которое мы уработали. Ради этой концовки стоит посмотреть титры. Что-то интересное сейчас точно должно произойти. Главное, чтобы это не к принцессе относилось. Я уверен, что будет это относиться именно к ней. Так, мы уже близко подходим через... Самое начало уже, да? Да. Сейчас поле битвы замок. Около замка. Вот. А, нет, это варвар. Это варвар здесь был. Угу. Первый босс. Какой-то первый босс такой качок был огромный. Но потом они стали постоянно появляться. Кристаллик. Да, он стал беленьким. Интересно, что скажет король. Этот ублюдок даже не помог нам ни хрена. Да. Единственная битва, которую он нам помог, это с котом, и все. Да. Не, на самом деле, корабль бы что ли нам устроил, а то нам пришлось половину деталей корабля самим доставать. Что-то как-то мне казалось, тут меньше пути мы проходили. Просто титры должны идти дольше. Еще с замоксом. Не, ну игра прикольная, да, классная игруля. And finals, и большое спасибо, да. В общем, нам сказали спасибо, что сделали покупку этой игры. И типа поддержали, вступили в комьюнити. И все дела, бла-бла-бла. Да-да-да, большое спасибо и вам. Да, принцесса. О, да. Смотри, вот это моя же рыженькая. Я черная тоже. О, смотри, какой я там танцую. Три татушки, три тата. О, нет, нет, пожалуйста. Ты, наверное, знаешь, что там будет. Я не знаю, я не видел еще ни разу это. Смотри, какой я танцую. О, это ко мне, ко мне, ко мне. Тихо. Ради нее? Подожди, ты хочешь сразиться? Серьезно? Good game. Нет! Иди. Ну и забирай ее себе. Подожди, я страшно смотреть. Что за... Что это? За нарко-принцесс. Что за бред? Твою мать, что это? Это дочка... короля. Что происходит? Я не понимаю. Ух ты, какие собаки. А, кстати, собачка, я смотрю, у тебя появилась. Да забирай эту наркоманшу себе, она мне не нужна. Ты можешь... Умно под спайсами. Нет, хуже.
The end. Так закончить игру. Ну ладно. Не, класс, мне понравилось. О! Какие-то самураи, рыцари. А, там же за каждое прохождение новых персонажей дают. Бичуганы. Чё, сила. А по одному уже дают. В общем-то, если вам понравилось это прохождение, ребят, и эта серия в целом, то обязательно... Insane Mode? Подожди, чего? Для опытных игроков? Да, Insane Store. Ну-ка, стой, зайди в это. Insane Store. Я уже хотел закончить, но здесь, смотрите. Ух, лол! Топовые вещи. Твою мать. Ну, они стоят сколько, смотри. О! Смотри, тюленя! Драгонборн! Чё он делает? Смотри, тюлень делает. С льдом стреляет, а дракон огнем типа? Чего? Шутсфайр, да. Я тюленя беру. Он типа ледяной мой. А ты возьми дракошу. Класс. В общем, давай, если вам понравилось, ребят, то обязательно ставьте лайки и оставляйте хорошие комментарии. Мы увидимся с вами теперь уже в других видео. С вами был Рекви Денчигу. Всем удачи и пока. Пока-пока. Damn, son.